Убийца с шоссе на Нью-Бетфорд. Прозвище неустановленного серийного убийцы, виновного в убийстве 9 и исчезновении 2 женщин в Нью-Бетфорде, штат Массачусетс, между июлем 1988 года и июнем 1989. Все жертвы убийцы были проститутками или наркоманками. Первой его жертвой стала 30-летняя Дебора Медейрос. Она пропала 27 мая 1988 года, а 2 июля того же года ее полуодетый труп был обнаружен автомобилистом, который остановился на обочине дороги, чтобы помочиться. Тело опознали только к февралю 1989. 30 июля 1988 года были обнаружены останки 36-летней Нэнси Павия, пропавшей без вести 11 июля 1988 года. Опознание состоялось только в декабре. Третьей жертвой маньяка стала 34-летняя Дебора Демело, исчезнувшая также 11 июля 1988 года. Ее останки были найдены 8 ноября, близко к тому месту, где в июле нашли тело Павии. 11 ноября 1988 года дорожные рабочие нашли останки 25-летней Донны Мендес, которая пропала за неделю до этого. 1 декабря, после обширных поисков возле шоссе, был найден труп 25-летней Деборы МакКоннелл, пропавшей без вести еще в мае. Также в декабре 1988 года в тех же местах обнаружили тело 28-летней Рэйчел Клиффорд, пропавшей в апреле. 28 марта 1989 года нашли тело 28-летней Робби Роудс. Она пропала в апреле 1988 года. Предпоследней, 8-й жертвой, стала 26-летняя Мэри Роуз Сентос. Она пропала 16 июля 1988 года, а 20 марта 1989 года ее останки были найдены у шоссе. Последней жертвой стала 24-летняя Сэнди Бателха, пропавшая в августе 1988 и найденная мертвой 24 апреля 1989 года. В мае и июне 1988 пропали без вести 19-летняя Кристин Монтеира и 34-летняя Мэрилин Робертс. Их тела не были найдены, однако образ жизни обеих дал полиции основания связать их исчезновение с убийствами других женщин. Всего у полиции было 2 подозреваемых – каменщик, ранее обвинявшийся в нападении на проституток, и знакомая одной из убитых женщин, который употреблял наркотики. Однако доказать их причастность к убийствам возле шоссе Нью-Бетфорд не удалось. Также подозреваемым в серии убийств был другой серийный убийца – Лиссабонский потрошитель, который убил 3 женщин-проституток в период с 1992 по 1993 годы в Лиссабоне, Португалия. Однако связь между американскими и португальскими убийствами не подтвердилась, так как почерк маньяков был разным. Лиссабонского потрошителя так и не удалось идентифицировать.